Багато людей почали скаржитись на стан шкіри обличчя та волосся після того, як перехворіли на COVID-19. Які причини та як з цим бути, ми звернулись до одного з найкращих подільських косметологів Наталії Анісімової. Наталю, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, як часто до вас звертаються люди, які перехворіли на коронавірусну інфекцію? Достаточно часто в последнее время я заметила такую тенденцию, ко мне обращаются женщины с жалобами на резкое ухудшение состояния кожи лица. Это тусклость, высыпание неизвестной этиологии, поплывшее лицо, так как они это объясняют, темные круги под глазами, выпадение волос. И при дальнейшей консультации, при сборе анамнеза выясняется, что женщина переболела COVID-19. Скажіть, будь ласка, які саме причини такого різкого погіршення обличчя та волосся? При тяжелом течении заболевания происходит резкое снижение веса. Это ведет за собой вот это поплывшее лицо, как женщины отмечают, появление морщин, резко, много такое вот быстрое старение, так как они говорят. И, ну, как следствие, тоже выпадение волос. Проблемы с волосами появляются. Потом при достаточно, так как заболевание требует достаточно агрессивного лечения, применения большого количества противовирусных препаратов, антибиотиков, происходит интоксикация организма, что тоже ведет за собой тусклость, землистый цвет лица, выпадение волос, появление морщин. Еще одна из причин ухудшения состояния кожи лица – это гипоксия или кислородное голодание, которое тоже приводит к нарушению микроциркуляции кожи и, опять же, нарушению питания тканей, ухудшению цвета лица в результате и появлению морщин. Ну и психоэмоциональное состояние страдает. Думаю, это только ленивый не сказал о том, что при заболевании психоэмоциональное состояние страдает у пациентов. Это тоже отражается на нашем внешнем виде. Наталю, ви як один із найкращих косметологів нашого міста. Дякую. Багато подільчан довіряють вам свої обличчя, волосся, красу, зовнішність. Які рекомендації ви могли би дати тим, хто захворів коронавірусною інфекцією або перехворіли? Який має бути догляд? В першу чергу, не треба панікувати. Все это восстанавливается, просто необходимо время, желание, терпение. Необходимо отрегулировать сон, он должен быть минимум 8 часов. Питание. Обратитесь к своему семейному доктору, пусть он назначит вам какой-то комплекс витаминов. Если у вас появились проблемы с кожей лица в виде сыпи, покраснения, шелушения или какие-то проявления, такие неизвестные этиологии, обращайтесь к дерматологу. Не надо терять время, обращайтесь к специалисту. Если есть проблемы с волосами, тут нужна консультация трихолога, сдача анализов. А уже эстетические проблемы можно будет устранить в кабинете косметолога. Что бы я рекомендовала в домашний уход? В первую очередь, все уходовые средства должны быть максимально гипоаллергенны, так как иммунитет у нас снижен и нежелательно вызывать еще какие-то дополнительные аллергические реакции. В состав таких кремов желательно, чтобы входило алоэ вера, он хорошо увлажняет, успокаивает кожу. Гиалуроновая кислота, всем известная, она прекрасно увлажняет кожу. Алантаин оказывает успокаивающее действие. Азулен также успокаивает действие. И пептиды. Пептиды – это вещества, которые синтезируют выработку коллагена, ну и как следствие улучшают цвет лица. Что я могу предложить в кабинете косметолога? В первую очередь, это вот сразу после заболевания, когда приходят женщины, хотят сразу исправить ситуацию. Ну, никакие агрессивные процедуры я рекомендовать не могу, нужно время для восстановления. Поэтому что я могу предложить? Курс массажа, курс биоревитализации для восстановления увлажнение кожи, цвета лица, микротоковая терапия для того, чтобы поднять овал лица.
Ну и поверхностные химические пилинги. Через некоторое время, может быть, там месяц-два, можно уже переходить к более таким серьезным процедурам, проходить курс мезотерапии лица или волос при выпадении, проводить уже срединные пилинги, лазерные методики уже в таком случае допускаются. Но все это индивидуально, все при личной консультации. Я дала такие общие рекомендации. Вот, все это подбирается индивидуально, да, индивидуально собирается анамнез, учитываются сопутствующие заболевания, возраст, ну там много причин, конечно. Ну що ж, Наталя, дякую вам велике, що погодилися з нами зустрітись. Це було корисно як для нас, я гадаю, і для наших телеглядачів, особливо для жінок. А вам бажаємо всього найкращого. Взаємно. Добро пожаловать в мир красоти і здоров'я.